Всем добрый день! Погуляем по городу Усть-Каменогорск. Вот такой вечный огонь в городе Усть-Каменогорск. Милецкий Вениамин Михайлович, Миля Петр Клементьевич, Молодогалиев Жангазы, Молодов Герман Алексеевич.
чем прекрасен город Усть-Каменогорск, что везде имеются детские площадки. И дети могут прекрасно провести свое свободное время, и взрослые. И взрослые могут посидеть на лавочке, отдохнуть. Удивительный город. Здесь очень много парков. Так вот посидеть на берегу Иртыша, на лавочке. Понаблюдать за играющими детьми. Что может быть прекраснее? И это жизнь, наша жизнь. Нужно всегда отдыхать. Нужно всегда давать себе возможность отдыхать и душой, и сердцем. Жизнь настолько быстротечна. И столько всего удивительного в ней, что ни в коем случае нельзя упустить. Всем добра и здоровья. Будьте люди добрее. И не забывайте о себе, о своем отдыхе, о своем благополучии. Ведь если не мы сами, то кто нам это даст? Жизнь, я люблю тебя снова и снова. Самые лучшие слова. Ну а сейчас мы полетаем и посмотрим на удивительное место. Еще одно из многочисленных удивительных мест города Усть-Каменогорск. Только теперь уже с квадрокоптера, с высоты птичьего полета. Приятного просмотра!
Mm-hmm.